я гол забил там один неплохой, будем за свой болеть. Поэтому, нет, честно, много голов я не помню, очень много красивых было, много классной комбинации. Алан забивал очень здорово, и Фернандо, и Соломон. Поэтому очень много красивых, хороших голов после комбинации, после индивидуальных действий. Нужно будет смотреть, которые выберут именно, и тогда будем голосовать. Есть несколько красивых мячей от моих партнеров по команде. Вот этот мой гол против Александрии включает не только красоту, но и очень большая составляющая эмоциональная. История вот восстановления, история силы. Поэтому прошу болельщиков, всех болельщиков Шахтера, чтобы они вот поголосовали за него как за лучший гол. Это было бы действительно очень важно для меня, и оно присутствовало бы во мне. Наверное, последний гол Жуниора, который он и важный, и для него в первую очередь, и для команды. Я считаю, вот такие голы нужно отмечать. Я думаю, что есть несколько красивых мячей. Но в любом случае, пусть болельщики болеют, пусть они выбирают. Подождем, посмотрим результаты, кто будет следующий победитель. Твой гол «Динамо» достоин того, чтобы стать победителем в 2021 году? Я думаю, что это красивый гол против нашего главного соперника. Финал Суперкубка. По мне это был красивый гол. И надеюсь, что он будет конкуренцию создавать другим мячам.